Так, короче, я продолжаю обзор заводской 8. Ну вот, вот какие условия. Вот говорят, там Тягушев там не виноват, ни в чем ему деньги не платили. Ну зачем же ты кусок пенопласта так делаешь-то? Это же не просто так оно, это от сырости, отсыревает. Вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот все вот это вот. Вот здесь что-то заменили уже, да? Как будто бы добились, да, чего-то. А было тут вообще полный васер. Ну и полный васер вот этот остается. Можно все это описать сейчас в терминах. Я просто... Хе-хе. Вот так, ну поняли, да? Но тем не менее, как бы это вот, вот то, что вот такой вид пристойности, потому что люди живут. Вот не бесы, а люди живут. Они вот пытаются создать какой-то уют. Ну, наша доблестная... Но наша доблестная... администрация никак не может решить этот больной вопрос. Так вот, у меня такой вопрос. Зачем нам эта администрация? Может быть, ее просто упраздним? Да, это самое. Да поручим товарищу Дегтяреву все решать. Пускай решает. Пусть нам помогает тут. А вообще, я не знаю, кто-то тут сказал, постройте нам дом, как в Китае, вот построили на 100 тысяч человек, отдайте один подъезд, вот, и пускай мы туда все переедем, этот один подъезд, всем Николаевском, нас всего тут осталось, 18 тысяч, сколько там с районом, 25, да, вот, собственно, и все, и мы переедем, только с условием дом постройте в Анапе, куда вы сами едете жопу греть на старости лет, наворовавшись, насосавшись народной крови, а?